Брестский областной общественно-культурный центр завоевал прочные позиции и высокий авторитет не только в области, но и в Беларуси. Сегодня в стенах заведения работает 60 человек. Это самая настоящая команда профессионалов, которая знает, как решать поставленные задачи и развивать культуру региона. Горжусь своим коллективом. Работает коллектив профессионалов. Больше 20 творческих работников, в целом 60, ну и, естественно, вот кураторство по области. В центре находится вся информационно-аналитическая база области. Здесь информация не только по клубным учреждениям, по библиотекам, музеям и другим учреждениям области. Коллектив очень значимый. Любое мероприятие с участием руководства области – это, естественно, наша подопечная. Поэтому рада, что доверяют. Чувство плеча ты всегда чувствуешь рядом. И можешь полагаться в любых ситуациях на людей, которые рядом с тобой работают. Творческие, бесконечно инициативные, с эмоциональным посылом добродушия. Ну, это, конечно же, все благодаря Светлане Леонидовне Кожух, которая сумела сплотить коллектив. Сегодня Брестский областной общественно-культурный центр курирует 470 учреждений культуры, 420 коллективов со званием «Народный», «Образцовый», «Заслуженный», а также 16 методических структур. Организация концертной и выставочной деятельности, выполнение различных социальных заказов через призму сохранения традиционной культуры – это главное в работе центра. Не зря ОКЦ называют творческим сердцем. Учреждение имеет богатейший опыт проведения концертных программ, вечеров, массовых мероприятий. Главная задача – это аккумулировать таланты, это, наверное, помогать регионам развивать свои таланты. То есть это такое должна быть творческая лаборатория, в которой рождаются идеи, в которой, наверное, воплощаются какие-то замыслы. И все наши творческие составляющие нашей области, они должны понимать, что вот здесь такое творческое сердце. По-настоящему ярко, празднично и молодо встретил ОКЦ свой 80-летний юбилей. На большой сцене выступили лучшие творческие коллективы, а также состоялась церемония награждения отличившихся работников сферы культуры.